Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию экстракт-концентрат вербены. В настоящее время вербену чаще всего выращивают в Тунисе и Марокко. Истинная родина вербены – Южная Америка. В Европу впервые был завезен в 17 веке. Растение одинаково популярно в фитотерапии и производстве домашней косметики. Незаменима вербена в ароматерапии. Программа детоксикации и релаксации спа-салонов данный экстракт – частый компонент. В фитотерапии экстракт вербены используют для лечения ангины, астмы. Полезные свойства таковы. Тонизирует, освежает, повышает упругость, снимает воспаление, природный антисептик, очищение жирной кожи, дезодорирует, выравнивает рельеф, придает гладкость, заживляет, снижает проявление аллергии, антиоксидант. Применение таково. Антистрессовые ванны, расслабляющие спа-процедуры, лечебные препараты от углевой сыпи, дезодоранты, освежители для рта, лосьоны очищающие, парфюмерные добавки, скрабы, щербеты для тела, мыло, заживляющие мази, фитоспреи для укрепления волос. Вот такой бутылочке мы отправляем экстракт-концентрат вербены нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!